Наше рождение, земной путь, уход в иной мир – все это наша судьба. Она предопределена Всевышним Аллахом задолго до нашего появления на свет и известна Ему наперед во всех подробностях. Знание Всевышнего Аллаха всеобъемлюще и неизменно, в том числе и касательно наших дуа. Когда и сколько мы будем просить, о чем, с каким результатом, Аллах Тааля объясняет нам в Священном Коране. Всякую вещь мы почитали в ясном руководстве, в хранимой скрижали. Сура Ясин, 12 аят. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах Тааля и приветствует, обращается к нам. Мольба приносит пользу в том, что постигла, и в том, что может постичь. Так обращайтесь же с мольбой к Аллаху, о рабы Аллаха. В сложный или важный момент, исходя из его причин или последствий, раб Аллаха находит нужным обратиться к своему Творцу и возносит ему мольбу. Разве при этом человек хоть как-то ощущает, что его дуа было предписано ему до рождения? Он просто чувствует потребность просить у Аллаха помощи и делает это. Человек не знает, что Аллах Тааля предопределил ему на будущее, но не может не реагировать на происходящее с ним сейчас, ибо человек создан таким. Для Аллаха Тааля не существует причинно-следственных связей, привычных для человека, таких как и время или пространство. Все это создал он сам. И, конечно, он не нуждается в них. Уже по одной этой причине люди, мыслящие пространственно-временными категориями, не в состоянии приблизиться к пониманию таинства создания и сути предопределения. Также Аллах Тааля закрыл для нас знание того, какое место в грандиозной системе под названием «такдир» занимает человеческая дуа. В Священном Коране сказано, перевод смыслов, «Ваш Господь сказал, «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными». Сура Гафир, 60 аят. Наши мольбы и обращения к Аллаху Тааля считаются поклонением Ему, и одновременно с этим Всевышний дает своим рабам обещание ответить на их дуа. Но даже тогда люди не перестают задаваться вопросом, влияет ли дуа на судьбу. Известно, что для определения степени какого-то воздействия обычно применяют метод сравнения, так называемое «до» и «после». В нашем вопросе для получения ответа также было бы логично отнести судьбу до дуа и судьбу после дуа. Однако есть ли у нас такая возможность? Нет. Даже теоретически, ибо у него ключи сокровенному и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море даже лист падает только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном писании, сказано в суре Аль-Ан'ам, 59 аяте. В этом всеобъемлющая мудрость Аллаха Тааля, которую людям не охватить разумом, только принять душой. Принципиально, что если дуа не имела бы важности для обоих миров, Аллах Тааля не призывал бы к нему в Коране, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не завещал бы его в своей сунне. Вместе с тем посланник Аллаха, да благословит его Аллах Тааля и приветствует, решительно настаивал не углубляться в тему судьбы, такдира, дабы оградить от опасности лишиться имана. Дело рабов – верить в милость своего Создателя по отношению к ним, стараться быть достойными этой милости, жить по его законам и не останавливать своих обращений к Творцу. Это то, что может предпринять человек, а их результат от нас уже не зависит. Ведь на то есть воля и могущество Аллаха Тааля, которым мы доверяемся.